найдешь фламулин. Вот никак не доберусь. В Ольшанский лес ездит грибы свои поискать, фламулины. А в городе, пожалуйста, больничный городок. Здесь лежит моя подруга Тамара Скобелева в больнице с ковидом. Вот. И мой друг Вовка Голочев. В тяжелом состоянии, Вова. Вот так вот. А здесь грибы необычайной красоты. И маленькие подрастают. Красота какая. Ай-яй-яй. Это ж супер. Супер. Пойду вешенки снимать. Здесь еще и вешенки растут. Шли бы вы, друзья мои, в лес. Там бы я вас забрала. А так вам, конечно, везет, что вас никто здесь не тронет. Но на память они у меня останутся. Как красиво. Супер. Супер. Классно. Нет, городок здесь большой. Здания в основном, ну, разные и большие. Но много корпусов. Так что вот так вот. А грибы растут. Им плевать на этот ковид. Они свое дело знают. Когда им расти. Там город. Трамвайные пути. Улица Фрунзе.